Вот, при этом, да, часть Казахстана, казахстанского населения, не большинство, естественно, но она находится под влиянием российской пропаганды, и это называют «живут телом в Казахстане, головой там», в России. Вот, но, с другой стороны, не будем забывать, что, например, самый крупный митинг в поддержку Украины прошел именно в Казахстане, если брать даже постсоветское пространство и даже Центральную Азию, в начале марта этого года. То есть не будем забывать, что одни из активных, мощных, скажем так, поддержки Украины с точки зрения гуманитарной помощи началось именно в Казахстане. Большое количество казахстанцев поддержало этот проект и оказало гуманитарную помощь украинскому народу. То есть получается то, что внутри Казахстана значительная часть граждан страны, они активно поддерживают Украину, считая, что она воюет не только за себя, но и в том числе и за Казахстан, что в какой-то степени Украина, наоборот, демонстрирует всему миру, за что необходимо бороться, как формировать нацию. Вот. Я думаю, что вот именно украинский кейс, он в какой-то степени должен быть уроком и для Казахстана. То есть как на самом деле готовить страну к любым кризисным ситуациям. И в этом плане, я думаю, что многие казахстанцы, особенно после таких провокационных заявлений, постов, которые появляются в последнее время очень часто, они наоборот будут больше сейчас переходить на сторону тех, которые будут рассматривать Россию в качестве токсичного партнера и потенциальной угрозы. Как вы сейчас оцениваете включенность русских или русскоязычных в казахстанскую политику, в казахстанскую власть? Насколько тут стоит или не стоит казахстанской власти что-то делать, чтобы изменить ситуацию? Ну, на самом деле здесь никакого ущемления нет. Вот с точки зрения, скажем, каких-то социальных лифтов, даже с точки зрения политики, если посмотрите там на состав казахстанской политической и бизнес-элиты, вы там найдете представителей разных национальностей. То есть с этой точки зрения, мне кажется, мы больше должны говорить о неких объективных демографических изменениях. Потому что, вот если там взять конец 80-х, начало 90-х годов, ну, сколько было казахов в Казахстане в тот период? Около 40%. Вот. Понятно, что было последствия голода 30-х годов, катастрофического, там, репрессии, коллективизации. То есть казахская нация начала восстанавливаться демографически только с 90-х годов. Сейчас выше 70%. Это уже казахи, это нормальный демографический объективный процесс. Вот. И понятно то, что в этом плане присутствие казахов в разных структурах государственной власти и в других сегментах, это, скажем так, является тоже нормальным явлением. При этом здесь, в Казахстане, никто никогда и не запрещал, не ущемлял представителям других этнических групп сделать карьеру в любой сфере, в том числе и с точки зрения государственной службы. Вот. Поэтому я думаю, что было бы определенное желание, но другой момент, то, что здесь в Казахстане все-таки есть авторитарная система, поэтому, как и в России, все-таки многих-то набирают по принципу лояльности системе, чем касательно способностей. Поэтому даже многие граждане Казахстана, казахи, которые, в принципе, готовы служить стране, но критически настроены к этой власти, им закрыт вход в структуры государственной власти на всех уровнях, будь то там, парламент, будь то, например, там, исполнительная ветвь власти и так далее и тому подобное. Поэтому все упирается в том числе в авторитарную политическую систему, которую нужно менять. И она в какой-то степени, эти изменения должны в том числе увеличить количество социальных и политических лифтов абсолютно для всех граждан Казахстана, вне зависимости от их национальности. Казахстан всерьез воспринимает эту ситуацию и вообще угрозу со стороны России? Ну, пословица всем давно известная, старая, «Хочешь мира, готовься к войне». В принципе, вот война в Украине, она, по сути, по аналогии с развалом Советского Союза, сейчас привела к очень серьезным изменениям геополитического характера, изменениям правил игры и так далее. Вот в чем определенная, скажем так, была особенность Казахстана? В течение многих лет казахстанская безопасность и внешняя политика Казахстана настроилась не на, скажем, обеспечение военной своей безопасности за счет там, укрепления своих вооруженных сил, а за счет неких гарантий безопасности со стороны других государств. То есть казахстанский суверенитет, по сути, долгое время базировался на неких гарантиях, которые давали другие игроки геополитически по отношению к Казахстану с точки зрения невмешательства во внутренние дела Казахстана в рамках каких-то уже подписанных соглашений. Ну, нарушение Будапештского соглашения той самой России, которую когда-то подписывал в 90-х годах, его и агрессия по отношению к Украине, по сути, начали разрушать вот эту систему международного права, все эти договоренности и соглашения. Вдруг выяснилось, что они, по сути, не стоят ничего. Это бумага с красивыми словами. Естественно, что Казахстану сейчас необходимо переосмыслить и свою оборонную политику, то есть начать активную модернизацию вооруженных сил, переосмыслить свою внешнюю политику, потому что внешняя политика Казахстана, она всегда строилась на принципах, скажем так, все-таки попыток
где-то пойти навстречу, делать уступки даже России. Вот, это мы видели в рамках Евразийского экономического союза, УДКБ. Потом, по сути, выяснилось то, что если дать палец, могут откусить руку. Казахстанская внешняя политика, современная, нынешняя, она должна переформатироваться. Это должна быть политика, внешняя политика национальных интересов Казахстана. Эта внешняя политика должна строиться на принципах дистанционного партнерства с Россией, геополитического сдерживания, поддержания баланса по отношению к России, привлекая других игроков. Речь идет не только там о Западе, отнюдь нет. Там тюркоязычный альянс во главе с Турцией, то же самое Китай, Центральноазиатский регион, мусульманский мир. В принципе, вот эти геополитические, скажем так, балансиры, они должны здесь, в нашем регионе, активно использоваться. При этом Казахстан должен активно сейчас наращивать, естественно, и свою военную мощь, используя украинский кейс в какой-то степени. Поэтому, да, эти события, они просто должны привести к серьезному апгрейду и казахстанской экономики, казахстанской внешней политики, казахстанской оборонной политики. И я думаю, что, может быть, к этому и придет. Досан, вот, да, вы говорили о реформах, в том числе реформах армии. А как-то это уже реализуется? Ну, например, визит Такаева в Турцию. Это про это или нет? Ну, знаете, о реформе армии, в принципе, у нас говорится уже в течение многого времени, но никак ничего не сдвигалось с мертвой точки. Более того, постоянные коррупционные скандалы были в вооруженных силах Казахстана, вот, начиная еще с 90-х годов. Если вы посмотрите даже на рейтинг Global Firepower, рейтинг военной мощи, то Казахстан занимал в прошлом году 64-е место по военной мощи. Тот же самый Узбекистан, например, занимал 54-е место, а Украина 22-е, для сравнения. То есть, на самом деле, работы очень много. И речь идет даже не только о финансировании. В принципе, в Казахстане есть деньги и возможности. Нет, речь идет о кадровом составе. То есть необходимо активно повышать качество кадрового состава в вооруженных силах. Обновление должно идти и с точки зрения тактики и стратегии. Естественно, в казахстанской армии должны появиться специалисты, которые умеют работать с современным вооружением. Тем более, как показала война в Украине, именно современное вооружение, возможно, его использовать правильно, они сильно оказывают перелом в ходе военных действий. Поэтому я думаю, да, Казахстану необходимо в том числе диверсифицировать свои военные связи. То есть как член УДКБ Казахстан сильно зависим от поставок российского вооружения, а это уже риски для национальной безопасности Казахстана. В принципе, это угроза для любого государства, которое сильно зависит от поставок вооружений со стороны какого-то одного партнера. Поэтому Казахстан должен диверсифицировать свое военное сотрудничество и с Турцией, там, и с другими странами, вот, используя, скажем так, лучшие технологии военные, активно готовя свои военные кадры в разных учебных заведениях разных стран. Поэтому, да, модернизация, она только предстоит. Главное, чтобы это не превратилось опять в бла-бла-бла и в освоение денег. Потому что, как показала война в Украине, нам сейчас не стоит расслабляться. Наоборот, сейчас необходимо не на словах, а на деле создавать новую абсолютно казахстанскую армию, вот, патриотичную, которая готова сражаться за страну и при этом которая умеет сражаться за свою страну. Вы все время говорите «должны» и говорите «в будущем времени». Правильно я понимаю, что вы оцениваете, что вот в эти месяцы пока не сделано в Казахстане ничего, кроме высказываний, слов, осознания? К сожалению, да. То есть пока мы только видим намерения, определенные заявления, лозунги «Жена Казахстан» в переводе с казахского «Новый Казахстан». Вот, возможно, нужно время, но я лично считаю, что главная проблема нынешней власти Казахстана состоит в том, что она пытается реализовать, как она говорит, реформы во всех сферах со старым кадровым составом. Это невозможно сделать. Я вообще сторонник люстрации в Казахстане. Я считаю, что те люди, которые при Назарбаеве ничего не сделали и, по сути, загнали Казахстан в очень серьезную ловушку, сырьевую ловушку, развал во всех абсолютно сферах мы сейчас наблюдаем, вот, информационные ловушки, то есть мы провалили абсолютно информационную работу в Казахстане, это и вот привело к тому, о чем мы с вами говорили. То есть с этими людьми новую кашу не сваришь, вот, поэтому должно быть серьезное кадровое обновление, пока я этого не вижу. Вот, то есть пытаться, скажем так, создать новый Казахстан со старым кадровым составом, мне кажется, это немножко иллюзия. Вот, а без команды реформаторов ничего не сдвинется с места. Это, по сути, исторический опыт. Вот, и я думаю, что если казахстанские власти, тот самый президент Токаев, не начнет очень серьезные кадровые изменения, реформы в этом направлении, а попытается, скажем так, что-то, как он считает, сделать с тем, что сейчас есть с точки зрения его кадрового потенциала, который отстался от Назарбаева, то я думаю, что, к сожалению, Казахстан потеряет еще больше времени, ресурсов,
А этого у нас уже нет. То есть времени у нас уже нет, чтобы мы его просто так тратили впустую. И ресурсов тоже может быть меньше из-за ухудшения социально-экономической и в целом внешнеэкономической обстановки.